чего? Три пророка. В чреве Иона, черным темно и зловонно, бурчит едовый желудок, остатки древнющих лодок, с пиастрами и сундуки, какой-то всеядный кит. Быть может, за ком планктона он принял тебя, Иона. Странен эффект китовых кислот. Иона молился, Иона поет. Светает Иона, Ионе. Иона мерцает, Иона теперь терпелив, как Иов. Иона велик и ужасен, как царь. Иона проникнул в самость китов. Иона пронзительно смотрит окрест. Иона сварганил из досок крест. Накроется город, и древо подточит. Иона, укисленный стоя, пророчит три дня и три ночи. Три дня и три ночи, как кит удивленный не ест. По морю в фарсе сплывут корабли, Иона словил не кислый трип, голоса в голове, голоса зашептали на третьи сутки. Непривычно темно ли в чреве? У тебя есть прививка, Иона. Ночи, как червяки, нервы для пустоты. Пустоты, Иона, пустоты. Глобула без оболочки. Раздувшийся я, как кит. Венки игривых китов. Хор, хороводы и салки. Я знаю нечто, что нечем изречь. Пустоты, Иона, пустоты. Мнима ли это смерть? Или же инициация типа галлюцинации? Отлежался, пошел, и все хорошо. Извергнув из чрева пророка на сушу, кит уплывает, код не нарушен. Иона идет проповедовать людям. Все правильно было и правильно будет. Город устроится, древу расти, ассирийцы покаются, Бог простит.